Всем привет, с вами Прия. Сегодня хочу рассказать вам о полезном аддоне. Его название Champion Commander. Ссылочку на его скачку приложу в описании видосика. Собственно, аддон, позволяющий нам грамотно отсылать соратников на различные задания. Что мы можем увидеть? 5 заданий у двух. Из них 0%, потому что просто-напросто нечем перекрыть дополнительную добычу. Ну, нету таких отрядов у меня в текущий момент, но в скором времени будут. ДК все-таки персонаж новый, не как монах, раскачанный на фул, имеющий все отряды и все такое прочее, с всякими проками. На ДК пока что не везет, прокает не совсем то, что нужно. А вот открывая квесты, к примеру, на 200% он автоматически заполняет их, и мы уже делаем различные действия, какие только захотим, с целью изменения нашей команды и с целью ее отправки. Просто начинаем задание, и все. Серым цветом проценты будут писаться в том случае, если мы можем грамотно отправить задание. Но в итоге у нас просто-напросто не хватает ресурсов для войны. Увы, такое тоже может быть. Поэтому производите локалочки на ресурсы, закрывайте локальные сундучки, ну и вскрывайте обычные маленькие сундучки. Все-таки небольшое количество ресурсов вы также оттуда получите. В текущий момент на ДК очень мало, но я исправлюсь, обещаю. А на монахе 1961. Хорошее число. Весьма знаменательное. Ну что ж, ссылочка на аддон будет в описании. Скачивайте с помощью Twitch клиента и автоматически все установится. Ну а для ветеранов, которые привыкли устанавливать по-старому, можно также скачать архив, вытянуть оттуда папку и эту папку просто-напросто закинуть в папку с аддонами. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги и отправляйте соратников только на 200%. До скорого!